Праздники еще не начались, а уже очень много народу. Oh, you're already recording. Yeah, hi everyone. We are here in Old Yankee Stone, and the park is smaller this year, but we are really enjoying it. The weather is not perfect today, but we are having fun still. Давай, давай. Наконец-то трамплины открыты, но очень много народу. Все хотят прыгать. Пре-Крисмас шопинг. Мы хотим купить елку. Получится ли у нас? Мы сейчас идем в Walmart. Очень известный магазин. Меня снимают. Я снимаю себя. Как меня снимают. Найс. No, this one. Барби. Это я. We have a new present for you. Stop. No. Stop. Мне кажется, я выбрала себе подарок. Я плохой пример преподаю. Это тебе. У нас миссия найти настоящую елку. Пока что только искусственные, но мы найдем ее. К сожалению, мы ничего не нашли в Walmart. Все елки проданы, поэтому мы сейчас поедем в другой магазин. Это слишком большие. Мы ищем не очень большую елку. Похоже на елку, даже украшена. Такая маленькая. Похоже, тут тоже нету подходящего размера елки для нас. Остались только вот ветки. Да, большая елка нам тоже не подходит. Так что будем дальше искать. Так, я вижу растения, но пока что не вижу елки. Мне кажется, мы ее нашли. Хороший размер. Осталось выбрать какую, и здесь очень много. Да, они какие-то потрепанные. Даже не знаю, какую взять-то. Мне кажется, мы выбрали вот эту елку. Все, забираем. Теперь у нас есть елочка. И вот она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Спустя три магазина мы отыскали, что хотели. Ура! $17. Пахнет Новым годом. Новый год приближается, вот уже ощущается, хоть чуть-чуть. Take care about her. И вот, наконец-то, у нас дома, и сейчас мы ее будем наряжать. А наряжать мы ее будем съедобными игрушками, всякими конфетами, чтобы их потом съесть. Вот, например, такие леденцы, такие конфеты.
очень вкусные. Но для начала нужно повесить гирлянду. Остался у нас только Дед Мороз. Куда вы его поставите? Все ставят под елку, а мы ставим на елку. По-моему, неплохо. А главное, съедобно. А сейчас мы будем готовить традиционные американские рождественские имбирные печенья. Итак, начнем мы. Я подбухлевала и купила уже готовую смесь. Все это нужно перемешать. Вот оно, наше тесто. Нам нужно его раскатать до 1 сантиметра и потом положить в холодильник и сделать из них больше печенюшки. Первая партия готова, и она отправляется в духовку. Через 10 минут они будут готовы. И вот наши печенюшки готовы. Будет злой Куки Монстр. Это странно, с ней навекалась получается. Рождественские печенюшки готовы. Сегодня Рождество, и мы решили заглянуть в местную церковь. Было очень интересно в церкви, но вот нам предлагают дальше продолжение программы. Именно от церкви. Шампанское с вафлями бесплатно. Неплохое предложение от церкви. Так что дальше мы идем веселиться и отмечать Рождество. Мы идем отмечать Рождество к русской мафии. К девчонкам. Ням-ням. Я ближе-то, а? Чё, ты боишься меня, да? На-на-на-на. Ай, Бен, нажимай. Oh, damn it. Oh, он должен снаружи такой прям вообще подгореть. Мы попытались отпраздновать это Рождество как настоящие католики. С оливье. И пирожками. Немножко по-русски. Ну вот, заканчиваем мы marshmallows. Отлично провели время. И мы вышли, а тут такой сюрприз. Снегопад. Свежий снег. Привет всем! Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством! В следующем блоге у нас будет другой курорт Брекенридж, который находится неподалеку отсюда. Будет много всего интересного, так что следите за моим ютубом, ставьте лайки, подписывайтесь на мою страницу. И всего вам хорошего в Новом году! Увидимся!